У нас потери. Дитька, мы... О, нет, там помогите, что-то нет, страшное. Наверх, мы тут его встретим, ага. Короче, как турель расстреляем. Просто все, тут-то все станем, все. Короче, как линейный корабль. И будем типа с борта. Все, стоим тут. Тихо. Я пойду проверю. Я как капитан. Стойте тут. Стойте тут. Вы турель. Вы турель, стойте тут. Все, идем назад, давай. Давай, иди, иди назад, иди. Он идет, 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 идет. Давай, давай, давай. Вы своего убили, придурки. Блин. Ты че стреляешь? Ты что, с ума сошел? Давай, так я просто рефлекс. Да я понял, не пугай. Давай, ты первый. Не, не хочу. Я джентльмен. Да не, не хочу. Ладно, давай вместе пойдем, хоть. Ну давай, давай ты, иди, 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 давай, 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 братан. И... Ты молодец, но я сейчас умру все равно. Или нет, или я выживу. А хочу сообщить вам, что я открыл собственные сервера по SCP-SL. Так что если хотите поиграть и даже попасть в видео, то ссылочка в описании. Пойду я, пойдем, я взломать попытаюсь. Прикрывай меня. Сейчас все будет, базарю. Так. Я пока что сторож. А как, это 106, да, получается? Да, это 106. О, все, только что открыл. Отлично. Такс. Я что-то там слышал от командира, то, что надо встать вот в эту штуку. И кто-то должен нажать кнопочку вот эту вот. А ну встань, сейчас попробуем. Че, нормально? Нормально? Давай, давай. Запрашиваю поддержку. Просто ПП респект. Все, законтеймили. Аптека есть? Аптека, народ, аптека, аптека. А, аптека, вот, конечно. О, спасибо. Ну дай аптеку, дай аптеку. Я выбрался из... аптеку быстро. Я из измерения деда выбрался, короче, или живой остался вообще. Мы тут с братаном завалили деда. А вы кого завели? Вы кого завели? Вы кого завели? Ой, этого кадета другого. Он сам пожертвовал собой. Сладкое. До меня дошли сведения, что вы читерили. Да, мистер админ, да как вы могли такое подумать? Я вообще читами не могу пользоваться. Я даже собственным сервером пользоваться не могу. Сказали, и у вас не было соответствующей карты, чтобы пройти. Да я ее только что выкинул. Тем более, как вы обращаетесь с сервером? Вот вы вообще, я вас понимаю. Да вот ты пойми, так вот у нас происходит в жизни. Мы тут все коррумпированы. Меня здесь нет. Окей, мы тут просто очень коррумпированы. Пойдемте. О боже, тут везде кровь. Боже мой. А, привет. Он за воротами, он за воротами. Да сейчас Берг. Шо? Опять? Что делаешь? Блин, зачем я к вам приехал? Надо 96-й, нам нужен еще один бок. Нет, назад, 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 назад уезжаем. Ну вот ими жопа. Что случилось? Что там произошло? Там тупо смерть, там тупо смерть. Я предлагаю тут подождать. Почему? Что там увидел? Ну что-то страшное, в принципе. Там стреляли, кричали, все такое. Я такой, да, не, спасибо. Тут комп пьяный, он... Самое главное, информативно. Конченые приехали. Бесполезные вообще говноеды. Здрасте. Я буду шпионом. Здрасте. Я к своим ветеранам пойду. Мы тут ветераны, а они лохи просто. Бля, кто стреляет? Ну что совсем? Блядь, скоро жрат наркотики. Да чё вы по своим стреляете, вы чё, совсем конченые? Держи, пидор ебаный. О, блин, она бесится, капец. Да подходите, чё ссыте? Что сзади, что сзади? Да там 73, я помню. Там чё тут сзади? Вы чё, рофлите, что ли? Мы должны перебраться через этот проход. Да изи вообще. Ём, у нас 73. Нужно отключить, нужно отключить. Надо быстро, быстро её. Слышь, псина, куда ты идёшь? Ну, 73-й, упали горло. Нет, всё, я ухожу. Пускай там умирает.
закрыто. В смысле закрыто? Чё? Успеем, успеем, открывай. Так не открывается. Оно не открывается. Я не знаю, первый раз такое было. Ты где что делать, охранник? Да не работает, я... Механика, ты везите. Ищи, давай ищи. Ищи расстрел, давай. Да я же это не пытаюсь. Надежда, ты выживаешь. Меня может быть убьете, отойдите. Ты сможешь, давай. Ломаю. Давай, кидай. Ты сможешь, ломай. Окей, я поспорю. Все. Не открыл нам. Убегаем. Валим. Я вас всех спас, придурки. Уважаемые кадеты и охранники, дайте мне аптечку. Держи. Вот, есть. Откуда у тебя аптечки? Откуда у них? Спиздил, просто украл. Говорит, охранники с Дельта 10, нам нужно срочно подкрепление в виде 20 человек, 20 единиц мяса. А может 30 желательно. Ну как бы на этом все. Каково быть в таком комплексе охранником пятерочки, 2 шкаф 2 на 2? Да никак вообще. Денег не платят, вообще капец. Ну в смысле, знаешь, мне нужен развернутый ответ, это просто запишу на камеру, а потом выложу у себя на канале. У меня стримы смотрит один человек, это я и мой второй аккаунт. Не, тогда нет, ты слишком не популярный для этого. Кто-то убирает. Это кто-то заорал. Кто там орёт? Нас кто-то атакует. Там Хрустин. Хрустит. Сухарики. И хрустим вместе. Блин, обратно кто-то помер. Давайте, нам нужно спасти. Да кто умирает? Опа, ну. Бросаем оружие и убегаем. О, shit, I'm sorry. Sorry for what? Хватите! Это животное здесь! Тюлень тут! Это животное здесь! Чёрт, тут тупик! Блин! Это конец! Хотя бы! Пошёл он в жопу! Говори, куда мне идти? Блин! Дед, я быстрее тебя, отвали! Дед, ты слишком медленный. Да, блин. Потому что. Здравствуйте, много. Блин, я обучение убил. Я админа убил. Который в туториал отправился. Приятного аппетита. Ой, охранник. Иди сюда. Второй раз его съел. Че, буду его пасти и жрать теперь каждый раз, когда будет пытаться появиться. Ладно, говори, ладно. Я не слышу тебя. Что? Подойди, я тебя не слышу. Вы, конечно, я понимаю, датель всего сущего тут, но я стажер и должен выполнять свою работу. Почему вы нарушаете правила за собаку? Ага, да помните правила. Нельзя говорить без соупада, чтобы вас слышать в общий чат. Ага, как общий чат у нас на В или на другое? На В. А что еще? В на это, блин, я попутал, короче. На Q нажимайте, да, хорошо. Ага, понял. Это типа чат именно для этих, для монстров. Все, спасибо. Я его съел. Я его два раза сожрал. Он все время возвращался. Да, съел его уже два раза, но не надоело. Понабирает стажера, они ни взятки не берут, ничего такого не делают вообще, блин, правильные какие. А должны просто людей банить, чтобы потом я типа вел такую херню. Типа, ты платишь, если тебя бан снимается, и вообще круто. Типа вип-персоны. Не, просто анбан за деньги. И у каждого админа будет, короче, такая, типа, знаешь, дневная норма, 10 человек забанить за день. Тупо просто так. Зашел на сервер, сразу забанили. Просто так. Никто не играет, значит, никто не нарушает. Да. Мы хотим еще третий сервак открыть. Блин, сколько там времени прошло? Можно уже уходить?
Я не знаю. Какое блюдо эти правила писал? Нужно его забанить, уволить. Нет, еще 40 секунд. Да ну блин, можно уже на 40 секунд, ну ё-моё. Нет, за 40 секунд. Я нечаянно нажал, все. Назад вернуться не могу, не знаю как. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.